Проливные дожди обрушились на небольшой город Мизия на северо-западе Болгарии. В результате на 3-4 метра повысился уровень воды на реке Скат. Как минимум 2 человека погибли, точное количество пострадавших пока неизвестно. В настоящее время в городе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Работают спасатели и добровольцы. Для эвакуации местных жителей задействованы 2 вертолета болгарской армии. Спасательные работы также идут в нескольких соседних областях, где нарушена работа систем воды и электроснабжения. Многие населенные пункты блокированы водой. Сообщается, что уровень воды в Мизии продолжает расти. По словам местных властей, у них не хватает технических возможностей для немедленного оказания масштабной помощи и эвакуации всех пострадавших.